Воскресенскую 80, но в этот раз пришлось обойтись без массовых гуляний. Празднество проходит во дворцах культуры. В ДК «Химик» работает сразу несколько площадок. Одна из них – Воскресенск, моя малая родина. Эта площадка пришлась по вкусу всем творческим непоседам. Разгуляться было где. Мастер-классы на любой вкус. Хотите научиться рисовать акварелью? Пожалуйста. А как насчет живописи необычной? В основном я специализируюсь на нетрадиционных техниках. Вот самое новое – это рисование с помощью кофе. Все сразу удивляются, как так? А как так можно рисовать? Очень просто. Получается и хороший подарок, и ароматный, и интересный. После кофе время пляжных воспоминаний, лето все-таки. Во всяком случае, кулон собственного производства из ракушек должен был напомнить о шелесте волн и горячем песке. Мы на нашей площадке делаем вот такой кулон из бисера, ракушек, картона и бусин под жемчуг. В общем, очень быстрая работа, очень нравится деткам. Но, возможно, еще больше детям нравятся куклы. Это игрушка на все времена, а отрываться от ее создания и не хочется вовсе. Я делаю старинную куклу. Мне нравится. Но если вы думаете, что на этом все, то вы ошибаетесь, и это скорее только начало. Ведь Центр Фантазии не просто готовился 3 месяца, но и провел творческий конкурс «Охват поражает». В конкурсах приняло участие более 250 человек. То есть такой масштабный творческий конкурс получился. Сегодня большинство работ вы можете увидеть здесь, в ДК «Химик». Здесь и рисунки победителей и призеров конкурса, и поделки можно увидеть, и малые архитектурные формы. Участники конкурса представляли работы в 4 номинациях – литературное, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, малая архитектурная форма. Победителям и призерам, а их порядка 40 человек, вручили дипломы и подарки от администрации города. Лучшие работы были представлены на выставке. Детские рисунки, поделки из бумаги и картона, пластилина и всего, что под руку попадется – все они о нашем любимом городе. Юные творцы запечатлели в них Воскресенск, порой с поразительной скрупулезностью. Выставка, замечательная выставка. Вот даже вот стою рядом с макетом Дворца культуры Минудобрения, прям сердце радуется один в один. Даже вот урны, которые здесь вот внутри, это идти пропечатаны, сделаны. Так что ребята молодцы. Ну и, конечно, творческий коллектив «Фантазия» подготовил музыкальный и театральный подарок. Посмотрим. На сцене Большого зала Дворца культуры «Химик» в юбилей города своими талантами поражали артисты из театральной студии лицея номер 22, а также вокалисты из ансамблей «Звонкие голоса» и палитра детских голосов. Наш родимый край, мой и твой, мой и твой. Танцевальные коллективы «Пластилин» и «Ритм» зажигали на сцене, подарив зрителям массу положительных эмоций в этот праздничный день. Александр Иванов, Дмитрий Волнов, «Воскресенские вести».